Распаковка EcoFlow Delta 2 Smart Extra Battery. Это большой пауэрбанк. Инструкция. Коробка больше, чем... Под бутерброды? Угу. Ну, так как получается второе. Дайте середине посмотреть. Что это? Это вот заряжать там. Экстра батарей порт. По-моему, там соединять. Между собой соединять. Вот здесь он включается. Между собой? Угу. Он включился. А как его заряжать, я не понял пока. Показывает, сколько он будет работать часов. Если подключить нагрузку, часы, так понимаю, время изменится. Заряжен он на 28%. На входе 0, на выходе 0. Вот, нагрузки нет сейчас. Сзади радиатор нет. А где розетка? Так в этом есть и прикол. То есть это получается как тупо. Это просто дополнительный блок. Да. Для основного. Походу, да. Ну, так это неинтересно, надо снова вынести. Это получается просто модуль расширения. Потому что в нем нет никаких розеток. Да, её не сейчас мы распакуем вторую. А это модель EcoFlow Delta 2. Это уже другой. Вообще, вон же переходная. Что ты? Это между собой. Это если вам мало мощности на одном, вот на том, к нему можно подсоединить второй и увеличить его в общую мощность. А-а-а. Это как просто дополнение. Да, то есть он это был. Чтобы не покупать, наверное, второй тебе еще один. Дешевле купить вот тот модуль. Вот, и они, наверное, устанавливаются один на один. Как это назвать? Как МакПлаки, короче. Вот он основной. Основной, вот, да, включаем. Этот заряжен на 90. USB-C по 100 ватт. Два USB обычных. Телефон заряжать. 3.0 синий и USB-A. Да, блин. Это между собой? Это чтобы между собой они этим кабелем соединились. Вот основная. Да, сзади есть. Тут еще что-то. Ух ты. Его можно заряжать еще, по-моему, от солнечной батареи. Не по-моему, а точно. Что-то. А, и каждой розетки, чтобы они не работали в холостую, отдельно вот включил. Сейчас розетки работают, выключил, не работает. Здесь вот выход на 3 ампера. Здесь еще какой-то 12 вольт. А, это как автомобильный. Прикуриватель. Прикуриватель, да. Вот его можно включить. Что включить? Выключить. Ну, дай палец. Так основная, вот эта сеть. Это питание, да, его сеть, а сюда подсоединяется солнечная батарея, я так понимаю. Вот сюда заряжать. А это же. Это предохранитель. А, теплушка. Да, это импут. Либо с автомобиля заряжать вход, либо солнечной батареей солар. Торцовочную пилу. Вот торцовку включаем, зубровскую. 98%. А сколько она там? 2 киловатта где-то, да? 2 киловатта. Пила 2 киловатта. Ой. Сейчас тут только. Как меня отпустить? Не могу. С этой стороны не вижу. Давай.
А, надо включить. Мы же не включили розетки, да. Вот. А тоже мне еще. Пилите, Шура. О, что там показалось? Насколько рассчитано? Так оно сейчас не покажет, он-то выключен. Оно покажет, как ты включишь. Включай. Выключить надо, когда соединяешь. Да я думаю, ничего страшного. Короче, видно было, полчаса можно непрерывно пилить. Вот это что, 57 часы показывает? Да. Сколько? Ну, было 30 минут. На 30 минут, да? Не, часов. Часов. Это, а вот, часов. Что-то пошли какие-то процессы. Ну, сейчас он будет передавать отсюда сюда, наверное, выравнивать. Потом как? О, видишь, он выровнял сейчас. Можно выключить, а потом включить. Вот. Глянь, с одной кнопки оба выключились. Вот и этот. То есть они... Они сейчас балансировались. Хотя... Как они балансировались? Ну, по часам, видишь, 15-18, ну, в принципе. А поэтому набирает сейчас. То есть этот заряжается от этого, сейчас ты имеешь в виду? А этот надо в розетку ставить, чтобы зарядились оба. Ну, нажимай. А, розетку включить надо. То вообще выключить. А, нажми, держи. Нет. Ну, просто один раз. Я подхожу, у меня включается. О! Что? Свет ярче стал, да? Да такой же. Ну, видишь, а почему тут те цифры непонятные были? 30, сейчас стало 20. А ну, включай. А, вот, минута. Непонятно, на какой смотреть, наверное, на нижний. Это 28 заряд, у этого 89 заряд. Ну, этот показывал 50 минут, когда мы два подсоединили, а когда, ну, один 30 минут. Наверное, этот сперва отработает, потом этот будет. То есть этот потратит на свой заряд, потом этот. И не 30 часов, а там сколько-то минут. А больше можно, видишь, нет уже выхода, да, чтобы их там 4 соединить. 10, да. Не, наверное нет. Да, это для зарядки. Два штуки. А это как прикуриваем. Ну, сейчас показывает 12 часов, 14 часов. Ну, это без нагрузки. Включаю телефон, которым же и снимаю. В розетку включи. То вон пошло 23 ватта, 25. Ты не включил. Ага. Все равно нагрузка шла почему-то. А они же между собой сейчас общаются. Ага. Ну, выключи, чтобы понять. Выключи, давай вторую отключим. Это непонятно. Вроде подожди, отключим. Включить. Все, пускаем. Так, чтобы тут понять. Включаем. Чем потух. Еще вот. На телефоне почему не булькнуло? Не матюкнуло, я на нагрузку пошла. Давай мой телефон. Нет, сразу видно, что на нули падает нагрузка. О. 7, а теперь 7 ватт. А теперь вставь через блок питания сзади. Почему?
не знаю, просто посмотрим, сколько мощности. Ну, он возьмет еще блок питания. Розетка показала 50 Гц. Пошла зарядка. Вообще ничего не показывает нагрузку. Ну видишь, слабомощный 36 часов. Если там минуты сразу прыгает мощная, то тут можно 37 часов заряжать. Один телефон. Один телефон. И не зарядили. Ставили на зарядку. За собой, чтобы этот же заряжался. Да, да, Серег, дай этот. Включился у него охлаждение, включилось. Показывает, что включилось. Быстрая зарядка идет. Быстрая. А сколько он сказал, что-то быстро очень заряжается, да? Да, чуть-чуть. А там есть у нас. Ну, если слушать такой вентилятор, херачит, то все быстро. Подключили второй. Да их вот второй включился. О, видишь, когда меньше эта нагрузка идет, значит меньше вентилятор. Смотри, здесь одно и то. Я поведу сейчас балансироваться, как раз сюда. Да вот они совпадают. А вот тут. Получается, сейчас второй как потребитель. Угу. С этого хава. Да, 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 да. Все две минуты. Чего надо? А что минуты? Уже 30%. Хорошая штука, здоровая. Он сам это сейчас думает? Ну, это не я. Не? А что ты там по шару делаешь? Не, ничего не трогал. Я рукой по вентилятору хотел. Что написано? Recharge time. А вот время зарядки 2 часа. Час. Не забыл. 22 минуты. Короче, нижний 22 минуты зарядится, а этот час. Так от него, допустим, вот нижний почти заряжен. Дома поставил, можно подключать холодильник, телевизор. Так все можно подключить. Да. Сварку, я даже есть видео со сваркой. Можно выезжать, вот кто говорил, там, как ты будешь пилить в лесу, берешь с собой эту штуку, зарядку макитовскую. Аккумулятор и заряжаешь. А это вот рекламный буклет. Экофлоу фирма. Вот здесь тоже отрезная пила. Мастерской. Панели солнечные. И какие бывают модели. Есть подешевле маленькие, есть подороже. Вот в путешествии в палатку брать на рыбалку. И утопить его. Резервная энергия для дома, профессиональные задачи, стройка, фотосъемки, организация мероприятий. Да, удобно для фотосъемок, у кого оборудования много, освещение. На выезде, где нет розетки, подключить. Вот, может быть, это самое. Ну, там не видите его, там другое. Там что-то сможет щелкать. В комплектации еще имеется вот такой шнур, можно заряжать от автомобиля. Эти два включай и все, вперед. И еще вот такой шнур. Nokia заряжат старую. Да. Его, по идее, можно подключить к газовому котлу. Если у вас свет отключается, то он должен как бы переключить на резервное питание. Вот 30 миллисекунд. Включаем сейчас УШМ, она все время работает, и отключаем с розетки зарядку. Включай. В сторону, блядь, направь свой диск, ёбаный, блядь. А там включено. Ну, розетку не включим, наверное. 5 фальш старт. Нажми. Thank you.
отключили с розетки. Ну, естественно, она будет. Почувствовала. Дернулась, да? Чуть-чуть дернулась, да. Включай. Тут нихуя. Ой. Она. Нет. Вообще. Проверяем максимальную мощность, заряжается телефон, подключен УШМ 700 ватт и одновременно включим торцовку 2 киловатта. Сначала включаем торцовку. Давай. Дело в том, что ты когда включил, торцовка 2 киловатта это пусковой ток, а потом она 1300 потребляла. Не знаю. Ну это на всех. Нет, везде, это да? На холостом. Нет, пусковой ну, намного больше. Ну это да, на холостом. И получается с УШМ это было 2 киловатта. Примерно. Даже меньше, 1800 что-то. Андрюха, генератор бензиновый. Ну вот это я держал, она выключилась. Это не может быть. Давай еще раз. Кого выключил? Охлаждение включилось. Выключилось. Ну что, когда все вместе было, нижний час показывал и верхний 40 минут, по-моему. Ну, наверное, нижний показывает общее время.